Сегодня я расскажу, как из обычной мясорубки сделать хороший объектив. Допустим, у вас имеется цифровая камера, но вам надоел китовый объектив. Можно его поменять на более удобную, интересную вещь, такую как мясорубка. Отворачиваем объектив. Берем обычную мясорубку, вынимаем из нее шнек с ножом. Вставляя решетку. Сюда ставим переходник, которых очень полно на китайских сайтах, таких как AliExpress. Наворачиваем фотокамеру. Мясорубки очень удобный хват, то есть ее легко удобно держать очень. Вдобавок ее можно использовать как штатив, прикрутив куда-нибудь на стол. Ну и самое интересное, конечно, какой она дает рисунок. Мы видим, что она снимает.